Давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея, прочитаем место из Библии и помолимся. Сегодня Слово Божие о тайной комнате. Что это такое вообще? Как там молиться? Что там делать? Что ожидать? Какие принципы тайной комнаты? Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 стиха. Иисус Христос говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Аминь. Господь, благослови Свое Слово, Отец, благослови наши сердца, чтобы нам, Господь, Отче, принять Слово Твое, Господь, Отец, чтобы оно раскрылось, чтобы оно преломилось, чтобы оно дало, Господь, Отче, нам плод, плод Твоей любви, плод Святого Духа, плод Твоей праведности в 30, 60, 100 крат, Господь, Отец. Дай нам, Господь, Отче, прилежно поливать, Господь, Твое Слово, ухаживать за Ним и вырывать сорняки, Господь, Отче. Помышлять о Слове Господнем день и ночь, Господь, Отче. Аллилуйя, как написано в Псалме номер 1. Благослови нас, чтобы, Господь, мы были как деревья, посаженные при потоках вод, плод которого приносит во время свое, и лист которого не вянет, Господь, Отче. Дай нам быть успешными во всем, и чтобы у нас у всех жизни были с избытком, Господь, как Ты обещал нам. Тебе за все слава, честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу. Мы смотрели эпизод из хорошего фильма, христианский фильм «Военная комната». Такой победоносный фильм, который выпустил когда-то Голливуд. Как это ни странно, да? Голливуд выпускает такую продукцию. Вот о молитве, ну, сейчас во главе с Трампом, там в Белом доме молится, собирается. Ну, не знаю, насколько это искренне, но мы будем нести Евангелие оправдания, а не Евангелие осуждения, как написано. Давайте мы сегодня немножко проникнемся. Что такое вообще молитвенная комната? Я буду делиться сегодня своим опытом, поэтому у каждого из нас свой путь. Мой опыт, он может для кого-то показаться смешным или, ну, просто, может быть, через пару лет он может быть примитивным каким-то, да, но это мой опыт, и я другого ничего не могу рассказать, ничем другим не могу поделиться, как только то, что у меня есть. В моем представлении молитвенная тайная комната – это место уединения. Это не обязательно, как вот в фильме показывают, хотя это тоже было бы, ну, как бы это идеальный вариант, когда у тебя есть свое место молитвы, где ты периодически уединяешься. Но в моем случае это может быть душ, да, вот, ну, я люблю так во время там процедур там кричать, там вопиять, там, ну, жена уже привыкла, ну, там, выбегать, короче, там, радостным, если откровение получил. Это может быть мой врачебный кабинет, это может быть парк, это может быть, ну, на днях я ездил на Дунай, там прекрасное место, да, ну, просто на острове там плавал, опять же, место уединения, остался наедине с Богом, тоже там кричал, восхвалял Бога. То есть тайная комната – это любое место, место уединения, где ты можешь реально остаться один на один с Богом, чтобы никого не было, кроме тебя и Бога. Потому что мы все умеем так хорошо, красиво молиться перед кем-то. Ну, я молюсь, ну, и даже если рядом я вижу, ну, что жена моя, да, стоит, ну, вроде бы как мы одна плоть, но у меня там что-то начинает выпячиваться, да, и я начинаю как бы желание произвести впечатление, начинаю красиво молиться, и у меня, ну, у меня красноречие, да, ну, то есть я знаю несколько там, много там мест из Библии, я начинаю так вот красочно, просто вот так вот, просто молиться, чтобы произвести впечатление на свою жену. Ну, это глупо, да, ну, это чисто наше человеческое. Идеальный вариант – это когда ты остаешься один на один, и вот здесь начинается настоящее испытание. Не знаю, кто это еще переживал из вас, о том, что когда я переживал первый опыт, был еще новообращенным, то, оставаясь один на один, я просто так думаю, а что, ну, а что сейчас говорит-то? Он что, меня слышит?
А что будет, если он ответит, да, вот так вслух, ну, там, я не сошел с ума, да? И вот это, вот, знаете, вот эти, ну, просто вот мысли какие-то вот такие, ну, просто стоит ли вообще молиться, да, вот, ну, просто вот. И первые мои молитвы в тайной комнате, это в основном были молитвы покаяния, да, когда я Богу признавался в своих каких-то грехах, ну, было какое-то падение, ну, бежишь в тайную комнату, просишь прощения. Но с годами, да, конечно, через сокрушение, через покаяние, через смирение, но в основном начали приходить уже молитвы радости, молитвы благодарения. И постепенно мои молитвы стали в тайной комнате более такими радостными, восхваляющими, воспевающими. Я начал осознавать силу тайной комнаты. Я начал осознавать того, что моя вера, она реально проявляется именно в тайной комнате, когда я не лицемерю, когда я не приукрашиваю, когда вот такой, когда я вот такой, какой я есть. Потому что Бог не воспринимает мои красивые слова или мою красноречие, Он смотрит на искренность моего сердца. Ему важно, насколько я искренен перед Ним. Аминь или не аминь. Потому что Бога ты не обманешь. И вот, ну, когда я начал вот эту практику о том, что начались какие-то определенные такие искренние диалоги, общения с Иисусом Христом, и пришла открытость какая-то, я начал просто все выражать, все то, что у меня есть в моем сердце, все то, что есть, я просто говорил, открывал свои мысли, свои желания, свои какие-то страхи, свои убеждения. Как написано в послании к филиппийцам, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, он устроит ваши помышления во Христе Иисусе. Приходил Божий мир в ответ, Божий порядок, и я начал чувствовать Божие присутствие. Бог начал приходить ко мне. Я понял, что тогда, вот 27 лет тому назад, я понял, что Бог есть в тайной комнате. Я это понял. И началось вот такое общение. И это общение было прекрасно. Я выходил с тайной комнаты уже преисполненным миром, любовью, радостью, благодарностью. Когда маленький меня возили в деревню, я рассказывал немножко о Вишневке, вот, к моей бабушке, которая была очень набожной женщиной, религиозной. Я узнал в те советские времена о том, что у нее есть какой-то тайный такой уголок, потому что, ну, ее дети, они были уже атеистами, ну, такими неверующими. Вот, и, ну, так, ко всему этому, то, что она читала Библию, то, что она молилась, то, что она вела, старалась соблюдать все обряды, ритуалы, она была православной. Со стороны так, ну, как, конечно, не насмехались, но так, посмеивались. Ну, так, ну, как критическое такое отношение. Вот, и я как-то зашел в ее тайную комнату, ну, так, случайно это получилось. Ну, маленький ребенок, там, любопытство, так, зашел туда-сюда, там, маленькая комнатушечка такая, и какая-то белая такая занавеска. Я эту белую занавеску вот так открываю, а там с правой стороны стоит маленькая такая иконка, пыльная такая, там Иисус Христос, ну, так, ну, такой вот, как в те времена были такие иконки, наверное, вы сталкивались, видели, такой, ну, такая идеализированная такая фигура, что он такой вот красивый, ну, такие у него волосы красивые, слева, посередине стояла свечечка и еще что-то там стояло, по-моему, там это, молитва слов стояла. Вот, и, ну, я сперва даже не понял, потому что, ну, что это такое, никто не учил, но просто я смотрю, ну, вот, иконка какая-то стоит, ну, какой-то, ну, свечка какая-то стоит. Ну, я потом начал спрашивать у своих братьев, там, у тети своей, что это, потому что бабушка, она была такая немногословная, ну, мне объяснили о том, что вот бабушка здесь молится. Вот. И как-то я услышал о том, что бабушка называла Бога Боженька. Ну, как бы так, ласкательно, да, так, нежно, ну, так. Но с годами я, когда потом позже пришел к Богу, да, в 25 лет, я начал ходить по разным церквям. Я был в католических церквях, был в православных церквях, был в протестантских, лютеранских церквях, самых различных. Вот, и, ну, просто, ну, действительно, просто я сталкивался с этим учением. Кто-то верит в иконы, кто-то поклоняется изображениям рук человеческих, кто-то свечки ставит, кто-то не верит в это. Но мне как-то вот это запечатлелось, то, что это как бы не в осуждение.
Когда ты заходишь в тайную комнату, и у тебя там есть какой-то образ, и ты кому-то конкретному поклоняешься, ну, например, иконке, и на этой иконке изображен такой миловидный Иисус Христос, или распятие, крест, где Иисус Христос висит распятый, все это влияет на твою жизнь. Ты прекрасно понимаешь, что ты молишься какому-то боженьку, боженька, пожалуйста, услышь молитвы, ты понимаешь подсознательно, ты смотришь на вот это распятие, где Иисус Христос распятый, и он ничего не может, он распят, он умер когда-то. Вот недавно я слышал, что свидетели Иеговы ходят сейчас по квартирам по двое и приглашают всех собраться в каком-то здании здесь, в Варне, для того, чтобы праздновать день смерти Иисуса Христа. Годовщина смерти Иисуса Христа, о том, что это когда-то произошло, то есть они его похоронили. Ну, Иисус Христос для них мертвый. И вот когда религиозный человек заходит в тайную комнату и смотрит, там распятый Иисус Христос, маленький такой, как вы думаете, ответит ли такой Бог вообще на какие-то молитвы? Я хочу сказать, по милости своей Бог все равно отвечает. Даже несмотря на то, что люди, ну, по крайней мере, на молитвы моей бабушки, потому что бабушка молилась за меня, да, она меня вымолила. Я ей за это очень благодарен. Но насколько более велик Бог, когда мы поклоняемся, Иисус Христос говорит, блажен не тот, кто поверил, когда увидел, а блажен тот, кто, не видя, верует. Аминь или не аминь? Моя тайная комната – это место портала, ну, я так назову так современным словом, место портала, где, когда мы туда входим, мы осознаем величие Творца, что это то место, где я сразу мгновенно переношусь в тронный зал. Потому что мне Бог обещает? Бог мне обещает, что в тот момент, когда Иисус Христос был пронзен, завеса в храме разорвалась надвое, и мы получили дерзновение входить во святая святых Богу Великому, во святая святых. Тут же моя тайная комната превращается во святая святых живого всемогущего Бога, Бога богов, Господа Господ, Царя царей. Я вхожу в Его величие, и что я начинаю делать? Я начинаю, конечно же, славословить. Осознавая величие Творца, я начинаю славословить, ну, как это написано у пророка Исаии, да, когда мы можем читать о том, что когда Исаия увидел, просто небеса открылись, Бог ему показал, и это тоже, кстати, был как бы прообраз его тайной комнаты. Давайте мы вместе откроем, прочитаем это у пророка Исаии в 6 главе, с самого начала можно прочитать. Пророк Исаия. 6 глава. «В год смерти царя Озии, с 1 стиха, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Я не знаю точно, где Исаия находился, но это была его тайная комната, это было его тайное место, где он молился, и вдруг небеса открылись, и он увидел. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, шестикрылые. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, и смотрите, осознание величия Бога ведет человека, если человек не покаянный, если хоть какой-то маленький грешок, приходит осознание своей греховности. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Какой был грех у Исаия? У него были нечистые уста. Возможно, он где-то что-то сказал. Ну, пустословие, празднословие. Но не осознавал этого. В присутствии Господнем он мгновенно осознает вот этот, ну, небольшой грех по сравнению с убийством, правда, да? Пустословие, например, да? Говорит, я человек с нечистыми устами. «И глаза мои увидели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Аминь. Это была тайная комната Исаии. Он видел Бога. Вы знаете, вот когда вот приходит вот это осознание величия Бога, приходит желание славословить. К чему мы призваны в своих тайных комнатах, это славословие Господа. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Почаще Его восхвалять, почаще Его благодарить, почаще, самое главное, говорить правду, истину о том, что Он великий Бог. Великий или невеликий?
Он великий, Он всемогущий. Ну вот это и просто произносите, говорите Ему: Иисус, Ты великий, Бог всемогущий, Ты достославный, Ты всемогущий, Ты все можешь. И смотрите, что происходит. В момент возвеличения всемогущего Бога, когда мы Его хвалим, когда мы воздаем Ему должное, Бог начинает возвеличиваться над нами. Я становлюсь все меньше и меньше, я осознаю свою какую-то незначимость. Ну, просто, что я маленький, незначительный, да. Как Господь может вообще помнить обо мне, да, что я персть на самом деле на этой земле. И вы знаете, Бог когда-то мне открыл о том, что Бог в этот момент, Он возвеличивается не только надо мной, в этот момент Он возвеличивается над моими проблемами. Слышите меня? Он возвеличивается над дьяволом в моей жизни. Ну, дьявол меня атакует, с какие-то соблазны, но тот Бог, который всемогущий, да, Слово Божие говорит, тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире, сильнее. При всяком искушении Бог дает и силу, чтобы можно было превозмочь. Осознание вот этой мощи, вот этой силы. Насколько, как вы думаете, насколько Бог более величественен, чем его творение сатана? Ну, даже не надо сравнивать. Поэтому, когда ты входишь в его величие, дьявол вынужден просто бежать. Просто он бежит. Слышите меня? Он не от тебя бежит, он бежит от Иисуса Христа, который в твоем сердце. Потому что Бог так обещал. В тайной комнате я узнал, и вы знаете, эта правда, она для меня стала очень сладкой. Я узнал именно там, это была моя личная победа. Я узнал, насколько Иисус Христос меня там любит, насколько Он меня там всегда ждет. Потому что там я никого не могу обмануть, там я могу признаться Ему в любви, там я могу осознать Его любовь ко мне. Я хотел бы сказать о том, что Слово Божие говорит, не мы первые возлюбили, Бог первый возлюбил нас. Он первый возлюбил. Его любовь, она всегда, опять же, Евангелие говорит о том, что она всегда взаимна. Если ты прикасаешься к любви Иисуса Христа, если ты познаешь любовь Иисуса Христа, она всегда вызывает взаимность. И эта любовь, она становится, ну, в прошлый раз я проповедовал о том, что вот, Иисус Христос призывает нас в состояние первой любви. Покайся, твори прежние дела. Посмотри, с какой высоты ты не спал, ты оставил первую любовь свою. Первую любовь – это всегда самая сладкая любовь. Вот такая любовь у нашего Господа. Мы сперва познаем, как Иисус Христос нас возлюбил, потом к нам приходит взаимная любовь к Иисусу Христу. Аминь или не аминь? Аминь. Слава нашему Богу. И я хотел бы... Это старое откровение, ну, в большей степени знание. Там, 20 лет тому назад мы слышали эти проповеди о том, что такое логос, о том, что такое рема. И вы знаете, я просто хотел бы напомнить о том, что логос, он в переводе Нового Завета с греческого языка, на греческом языке это звучит два слова, да? Ну, то есть есть логос, есть рема. На старославянский, на русский, на болгарский переведено уже как только слово, просто одним словом перевели. И когда мы читаем современный перевод, мы читаем слово-слово, да, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, и все через слово начало быть, что начало быть, и без слова ничто начало быть, что, ну, и так далее и тому подобное. И там звучит, в греческом, в оригинале там звучит логос, то есть написанное слово, вначале было слово. Это то слово, которое было в начале, это то слово, которое было у Бога. Но в других переводах, ну, например, и слово, ну, там же чуть-чуть ниже, в 14 стихе написано, «И слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины, и мы видели славу Его». И вот в этом переводе написано «рема». Что такое «рема»? «Рема» – это реализованное слово, это слово, которое вскрылось, которое открылось для тебя, для твоей жизни. И вы знаете, вот тайная комната, она предназначена именно для того, чтобы там тебе открылась рема, чтобы там тебе открылся сам Иисус Христос. То есть Иисус Христос, Он когда-то был в недрах Отца Своего, в чреве, да? Он был, ну, просто у Отца. Я могу так сказать о том, что вот все те пророчества, которые были написаны там, их сотни на самом деле, в Ветхом Завете, Иисус Христос их реализовал, Он стал для нас ремой, Он стал для нас преломленным хлебом. Когда я осознаю или получаю откровение на основании логоса, то есть я читаю Слово Божье, в тайную комнату очень важно входить, осознавая, осмысляя, размышляя над Божьим Словом, над логосом. Но в тайной комнате приходит, ну, мы призваны к этому, в ожидании того, пока не откроется рема. Слышите меня? Рема, реализованное слово, когда вдруг так открывается, приходит как
инсайт, да, современное слово, озарение. Ты вдруг начинаешь, о, так как я это не понял? Я понял, вот оно. И вы знаете, рема, она не всем открывается одинаково, да. Кто-то вот так получил откровение, я выбегаю там, да, из ванны, там, Наташа, я откровение получил. Ну давай, я делюсь откровением, да, говорю, вот это слово, оно меня наполняет радостью, оно меня просто вот восхищает. Какая-то победа пришла, мы победили, мы получили. Она слушает это, а где откровение? Ну, ей пока не открыто, понимаете, для нее это пока еще не рема, пока еще логос. То есть она слушает меня, говорит, послушала, ну, я честно говоря, ничего пока не поняла, но я буду молиться. Говорю, молись в своей тайной комнате. И вы знаете, таинство тайной комнаты, оно очень важно, потому что, вы знаете, мне, честно говоря, ну, не подумайте, что я как-то превозношусь, и это не к вам имеет отношение. Мне жалко, действительно, как бы, вот жалость приходит к христианам, к людям, когда люди идут куда-то, ну, например, в церковь или в какой-то храм, или в какое-то собрание, для того, чтобы получить в церкви слово, рема от проповедника, или от пастыря, или от брата, или от сестры. Я хочу вам сказать о том, что церковь – это такое место, куда надо собираться для того, чтобы делиться, давать, а не получать. Место, которое вот мы, ну, так было, по крайней мере, в Первоапостольской церкви. Когда церковь собиралась, они все рассказывали, что сделал Иисус Христос в их жизнях. Они делились ремой, преломленным словом. Говорят, а вот у меня вот так вот было. И начинает рассказывать Филипп свою историю, как он ходил на дорогу, которая пуста. И диаконы, пастора, служители, верующие, просто обычные христиане делились. И служение состояло из того, что стояла очередь, ну, людей, которые хотели засвидетельствовать и поделиться тем, как Иисус Христос преломился в их жизни. Хотели поделиться ремой. Слышите меня? Ремой. И эта церковь постоянно бурлила. Конечно, она привлекала много народу, потому что жизнь кипит. Постоянно что-то новое происходит. Все участвуют в служении, все делятся, все дают. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Я хочу, чтобы у нас вот такая была церковь. Рано или поздно она будет такой, с Божьей помощью, потому что это не моя церковь, это церковь Иисуса Христа. И вы знаете, вот, осознание ремы было у учеников. Если вы помните такое место, когда Иисус начал давать довольно твердую пищу, и Он начал говорить о том, что плоть моя есть истина пища, и кровь моя есть истина питье. И когда его окружало довольно большое, значительное количество народа, то есть приходили тысячи, вот, и они начали, услышав это слово, они начали удивляться, как можно, он предлагает есть его плоть, и он предлагает есть его кровь. Ну, это какое-то безумие, да? Люди начали толпами уходить от него. И в конечном итоге все ушли от него, осталось только 12 учеников. Иисус Христос им говорит, может быть, и вы хотите уйти? И что сказал апостол Петр? Апостол Петр сказал, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Знаете, вот это важное осознание для Петра преломилось. Рема, он понял, что Христос – это та личность, которая говорит слова, от которых мы можем питаться. Наш дух питается, наша душа питается, наши сердца питаются, и мы начинаем этим жить. Я хотел бы сказать о том, что все апостолы, они были вот в этом отношении христозависимыми, независимы от чего-то. Они были реально зависимы от слов Иисуса Христа. Эти слова для них были сладкими, они от них питались, они от них насыщались. И вы знаете, как это бывает, когда к тебе поступает какая-то хорошая пища, и просто развивается привыкание, тебе хочется еще и еще, ты становишься жадным, ты становишься алчущим, и ты хочешь еще, я хочу еще, мне понравилось, да? Так вот, я вот про это сегодня, про тайную комнату. Вот эта вся самая сладкая пища, она находится в тайной комнате. Скажи аминь. Потому что там ты можешь получить ее лично от Иисуса Христа. Не через человека, не через посредника, а зайти в тайную комнату и получить лично от Иисуса Христа. Преломилась, Господи, я так молился, я не понимаю это слово, открой мне лично. Вот молишься, молишься, молишься. И в конечном итоге вдруг поняла, понял. Господи, спасибо. Начинаешь словословить, начинаешь просто благодарить Бога за то, что слово преломилось, и оно дало тебе что? Дало тебе вечную жизнь, глаголы вечной жизни. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни.
Кто их может дать? Только Иисус Христос. Человек их не может дать. Или даже если ты приходишь в церковь и слушаешь, что говорит проповедник, ты пытаешься взять от него то, что он получил в тайной комнате. Слышите меня? Ну, вот я вот получаю свою проповедь в тайной комнате. Это происходит всегда с субботы на воскресенье. Ну, то есть я обычно всегда это говорю и просто вот на самом деле. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас получал слово в своей тайной комнате лично от Иисуса Христа. Чтобы, приходя сюда, у вас было желание давать, а не брать. Аминь или нет? Это преимущественно. Это лучше. Это намного лучше. Тогда вы независимы на этой земле ни от кого, ни от какого человека, ни от какой деноминации, ни от пастыря, да, ни от проповедника. Вы становитесь зависимыми лично от Иисуса Христа, и вам хочется еще и еще и еще раз входить в свою тайную комнату. Хотя я хочу сказать о том, что церковь – это важная институция, и храм. Написано, что апостолы собирались, ученики, первые ученики собирались каждодневно, да, они собирались при храме. То есть храм, он нужен, церковь нужна как место собрания верующих, потому что когда мы вместе собираемся и вместе молимся совместно молитвой, это уже другая молитва. Это не личная молитва, это не молитва в тайной комнате. Вместе мы молимся молитвой согласия, и Бог Отец слышит и отвечает. Это уже такие другие стратегические планы у Бога на нас. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу! И вы знаете, у меня вот как-то вот родилось вот такое откровение, да, в моем сердце. Я делился немножко в четверг в Бургасской церкви. Кстати, вам большой привет из Бургаса от пастора Илка Евтимова, да, Пятидесятская церковь Бургас. Они меня очень хорошо встретили, пригласили проповедовать в четверг. Я делился там словом по поводу того, что с чем очень важно выходить из тайной комнаты. И чем бы я мог бы сегодня как бы вот поделиться, что у меня уже получается, уже в течение многих лет, что получается, так это выходить из тайной комнаты с миром. Ну, в том плане, что когда я понимаю, чувствую, что в мою жизнь пришла какая-то суета, какая-то паника, какая-то озабоченность, да, о том, что просто мысли, 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 я пытаюсь сам как-то справиться со своими человеческими ограниченными силами, я вхожу в тайную комнату и стараюсь оттуда выйти с совершенным миром. То, что мне Иисус Христос обещал, Он говорит, что дам вам мир, который этот мир не может вам дать. Мир совершенный, покой. И вы знаете, для меня всегда критерий молитвы, когда я вхожу, сейчас молимся за здание, Господи, там вот открой нам куда, где, что, ну, какие пути, пусть двери откроются. И я молюсь до тех пор, пока не придет мир, совершенный мир. Для меня что это значит? Когда приходит мир, я понимаю, что Бог, всемогущий Бог, Он взял эту проблему, Он взял эту заботу в свою Божию всемогущую руку. Аминь или не аминь? И тогда мне становится спокойно, потому что я прекрасно понимаю или пережил в духе о том, что Бог взял эту проблему, и Он над ней работает, Он над ней трудится. Тогда что мне тогда заботиться? Чем я могу помочь? Моя задача доверять всемогущему. Но вот какие-то последующие моменты, например, последние годы у меня получается выходить из тайной комнаты с совершенной радостью. Периодически это получается, но не всегда. Я стараюсь молиться до тех пор, пока не придет совершенная радость, которую также мне Иисус Христос обещал. И смотрите, здесь какой четкий критерий, вот, ну, я в своей жизни открыл. Когда я часто вхожу в тайную комнату и молюсь, пока не придет совершенная радость. Для меня совершенная радость – это осознание победы, того, что в духовном мире произошла какая-то победа, и там уже идет торжество, там идет радость, и это у меня вызывает какие-то вот такие чувства благодарности Богу. Я начинаю его хвалить, я начинаю благодарить его. Я понимаю, что в духе, в духовном мире произошла победа Иисуса Христа, и мне надлежит радоваться, к чему и апостол Павел призывает. Говорит, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Апостол Павел к этому призывает. И вот здесь, вы знаете, я очень глубоко осознаю вот этот момент, который Иисус Христос говорит. Он говорит, дам вам радость, и радость сия да будет совершенной, и эта радость у вас никто не сможет отнять. Но что происходит с моей радостью, когда я не вхожу в тайную комнату? Ну, не вхожу день, озаботился, осуетился, там куда-то поехал, какие-то поездки, служения, да, там что-то, много подготовки, много организационных каких-то вопросов. И я чувствую, что радость уходит, она угасает. Почему? Потому что
Отхожу от источника, отхожу от своей тайной комнаты. Там Иисус, Иисус там меня ждет, там ждет меня моя радость. Понимаете, о чем я? Никто у меня радость не крадет, никто не может отнять, я сам ее могу потерять, если я не вхожу в тайную комнату. Это понятно? Аллилуйя. Ну, мне это понятно стало, ну, я это реально пережил. Я понял, что радости в моей жизни становится мало в тот момент, когда я редко захожу в тайную комнату и молюсь своему небесному Отцу. Но самая великая вот победа, да, или достижение, вот я не могу так сказать о том, что молитесь до тех пор, пока вы не выйдете из тайной комнаты в состоянии совершенной любви. Вот я не достиг совершенства. Ну, у меня, по крайней мере, это редко получается. Редко получается, когда я выхожу из тайной комнаты, исполненной совершенной любви Иисуса Христа. Но когда это получается, это как можно сравнить. Если ты приходишь в тайную комнату, выходишь с миром, то ты, ну, ты как бы с Богом, да? Бог с тобой. Когда ты выходишь оттуда с радостью, Бог уже в тебе, Он уже победитель. Но когда ты выходишь в совершенную любви Иисуса Христа, любовь – это совокупность совершенства. Иисус Христос, Он выходит вместе с тобой, Он идет перед тобой. Он с радостью просто отвечает на какие-то твои нужды еще прежде прошения. Тут в моей жизни было несколько таких эпизодов, когда я только подумал даже, или даже не успел подумать, но потом мысль такая пришла, вот хорошо бы. И это вот дверь открывает, там это уже стоит. И вот это я понимаю о том, что Иисус Христос делает это из своей любви, из благодарности, то, что в мое сердце пришла Его любовь. И вот сегодня я хотел поделиться важным откровением, которое сегодня ночью получил. Я бы так сказал, мысль сегодняшнего дня, которая меня просто вот так вот перевернула. Спросите у себя, я сегодня спрашиваю себя, да, еще раз, тысячи раз спрашивал, исполняю ли я первую заповедь, самую важную заповедь? Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. И будьте честными, да? Я вот спросил, и я честно признался, какая первая заповедь? Вот, ну, конечно, очень бы хотелось, но вот мы живем в последнее время, и вот эти гаджеты, вот, кто-то их так назвал, вот, ну, точное название, ну, гаджеты, да, ну вот такая гадость, да, вот эти гаджеты, что вот, столько времени они занимают, и я вот с этим борюсь. Ну, то есть я отказался там уже от практически всех социальных сетей, там, оставил только себе мессенджер, чтобы хоть какой-то контакт иметь. И просто вот так, ну, я сижу как-то вот, прилип к своему айпаду, там что-то смотрю, там опять же там новости какие-то, там что-то там на своей ленте, там что-то появилось опять. Вот лайк, кто-то лайкнул, я там тут же бегу, кто там лайкнул, короче, там. И жена стоит рядом со мной и говорит, ты хоть это, мне внимание-то уделяй, я вот здесь, я рядом стою, живая. Ну, я говорю, а я тут на тебя смотрю, в айпаде, ты тут тоже есть. Вот, и тут-то такие вещи, ну, хорошие делаешь, тут танцуешь, тут вот гимнастику показываешь. Ну, там я здесь, я рядом, я хочу внимания к себе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И вот просто, и мы говорим о том, что исполняем ли мы первую заповедь. Я глубоко осознаю, что в основном я первую заповедь не исполняю. Я хотел бы так сказать, что я не могу ее исполнить. Потому что особенно вот последнее в это время. Может быть, когда-то ее кто-то и мог исполнять там, в первые века, да. Но я сегодня в большей степени хотел бы поделиться мыслью, что вообще первую заповедь, ну, по крайней мере, мне Иисус сегодня так открыл. Ее может исполнить только кто? Мне вот так открылось, что первую заповедь исполнил уже 2000 лет тому назад, исполняет и по сей день только Иисус Христос. Вот только Он исполнил. Вот Он, и вы знаете, тайная комната Иисуса Христа. Самую великую победу на самом деле Иисус Христос одержал не на Голгофском кресте, в Гефсимане. Это была Его тайная комната. Там Он открывал свое сердце перед Богом Отцом и говорил, «Господи, доминует меня чаша сия». Он признавался в своих страхах. Ему было страшно. У него пот. Раз, два. Раз. Так.
по техническим причинам. Раз, два. Извиняюсь. Бывает. Пот с чела падал, как капли крови. Был мощнейший прессинг, давление просто пришло. Такая мощнейшая брань. И потом Иисус Христос говорит такие слова. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Иисус Христос полностью, целиком доверяется Богу Отцу, припоручает Ему свою душу, свои переживания, свои какие-то желания, свои страхи и одерживает там победу. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Аллилуйя! Это была тайная комната Иисуса Христа. Там была совершена его победа, предварительная победа перед Голгофой, перед вот этими страданиями. Там получил он резерв, поддержку от Бога Отца, от ангелов, которые просто окружили. Воинство просто пришло. И потом он просто смог это совершить. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот это вот откровение, которым я сегодня делюсь, оно открылось мне совершенно по-новому. То есть, когда я исполняю первую заповедь – по-настоящему. Я исполняю первую заповедь только тогда, когда я вхожу в свою тайную комнату, познаю первую любовь Иисуса Христа ко мне, к моим ближним, через меня, потому что Иисус Христос любит через меня, и об этом написано в послании к Филиппийцам. Апостол Павел восклицает: «Бог свидетель». Это написано в первой главе, с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». Прислушайтесь внимательно, да? Апостол Павел и не пытается. Я думаю, что он пытался, но просто пережил в своей жизни такой катарсис, да, переживание, откровение. Моя любовь человеческая, она настолько мизерная по сравнению с Божьей, настолько ограниченная, что едва ли я могу полюбить там даже самого себя, ну, качественно или глубоко, или там. У Иисуса Христа любовь настолько великая, да, и свою любовь Он уже доказал тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, доказал свою любовь, показал, насколько Он любит. Был верен Богу Отцу даже до смерти, смерти крестной. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Апостол Павел любил любовью Иисуса Христа. И вот это для меня, знаете, просто было глубоким переживанием. Сегодня ночью я просто понял о том, что я все это время пытался любить своей любовью. Я пытался любить всем сердцем, я пытался любить Бога всем своим разумением, я пытался любить Его всей своей крепостью, но я признаю сегодня тот факт о том, что я не справился с этой задачей, потому что это и невозможно. Ну, я осознал, что это невозможно. Бог мне предлагает что-то лучшее. Когда я вхожу в тайную комнату, я познаю любовь Иисуса Христа. Я понял, что Иисус Христос любит всегда. 24 часа в сутки, 365 дней в году, 7 дней в неделю. Он любит всем сердцем своим, всем разумением, всей крепостью, всей силой своей. Он любит. И Он свою любовь уже доказал. И любовь Его неотступна, любовь Его великая сила. Вот в этом победа. Пусть вот это слово преломится для вас. Насколько это возможно, молитесь, пожалуйста. Если кому-то это еще не открылось, молитесь, пока не получите рема. Сладкое слово Иисуса Христа. О том, что когда мы входим в тайную комнату, мы молимся, и просто вот это, знаете, вот рема, да, сладкое слово. Иисус Христос любит меня всем своим сердцем, всей своей душой, всем разумением, всей крепостью. И Он дает мне эту любовь. Его любовь всегда взаимна. Я начинаю переживать любовь Иисуса Христа, и выходя из тайной комнаты, я действительно начинаю любить. И вы знаете, для меня это открылось как тайна пробуждения. Я вспомнил, точнее, Господь мне напомнил, это точно, те годы 90-е, когда у нас вспыхнуло пробуждение в Казахстане. Как мы любили. Мы тогда это просто не осознавали. У нас была такая преизобилующая любовь. Мы не понимали, что это была не наша любовь. Любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Это произошло в день Пятидесятницы, это произошло в день пробуждения. Мы не понимали, что это на самом деле была любовь не наша. Аминь или не аминь. Это была любовь Иисуса Христа. Это была потрясающая любовь. Мы бегали по городу вот с такими вот просто глазами, признавались людям в любви.
я подходил к остановке, к любому человеку, я их не знал, первый раз видел, я говорил: Иисус любит вас, Иисус любит вас, чего вы такие печальные, Христос за вас умер, воскреснитесь вместе с Ним, переживите, приходите вот туда, мы там радуемся, мы там торжествуем в победе. И Бог мне сейчас открывает, так это тайное пробуждение. Вернись в состояние первой любви, признавайся людям в любви, о том, что Иисус Христос любит, Он сегодня любит, Он не изменился, аминь. Он вчера, сегодня, во веки тот же Бог. Аминь или не аминь? Кто-то здесь есть? Слава Богу, пусть это слово преломится для вас. Это сладкое слово. Аллилуйя. Только Иисус любит всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой. Любит постоянность на сегодняшний день, 24 часа в сутки, 365 дней в году, 7 дней в неделю. Итак, я подвожу итог сегодня. Заключение. Где мне найти ответы на все мои вопросы? Где мне обрести мир, утешение, исцеление, мир совершенный? Где мне обрести радость? Где мне обрести блаженство, счастье? Знаете, первое откровение, которое получил, когда пришел к Господу, я читал Нагорную проповедь, и там было написано: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Божие». Я спросил: «Господи, что это такое вообще написано? Как может быть блаженным или счастливым человек, который нищий?» И вы знаете, мне Бог просто показал картину. Нищий сидит на паперти, абсолютно нищий, весь в таком потрепанном обличии, грязный, голодный, худой, сидит с протянутой рукой, просит у Бога, и он находится в состоянии крайней нужды. И Бог мне через это показал, какая у меня должна быть жажда. Такая же жажда, когда я алчу, когда я жажду Божьей любви, Бог не даст мне камень, если буду просить у него рыбы, и Бог не даст, Он мне даст рыбу, Он мне даст хлеба, Он мне даст силы Святого Духа, благодати Своей, отсыплет мне в лоно мое, как Он обещал, меру угнетенной, утрясенной отсыплется мне, потому что Он так сильно меня возлюбил. Недавно мне жена спросила, говорит: я тоже читала Нагорную проповедь, и там нигде не написано, что блаженны богатые. Написано: блаженны нищие. О том, что нам надо быть нищими в духе, чтобы постоянно нуждаться, чтобы постоянно быть прилепленными. Без Иисуса Христа я, на самом деле, имея даже все богатства на земле, я самый бедный человек. Но с Иисусом Христом, имея вот такую жажду, я сразу же становлюсь самым богатым человеком на земле, не имея ничего. Где мне обрести победу? Где мне обрести совершенную любовь? И какой будет ответ наш сегодня? Только в тайной комнате. Не ищи ответы у какого-либо человека, пусть у него 7 пядей во лбу, пусть у него там 10 высших образований, да, у пастыря. Ищи ответы в своей тайной комнате. Не ищи утешения у человека. В первую очередь, конечно, и через людей мы получаем помощь, поддержку, и это очень приятно, и это очень важно, особенно в Церкви Божией. Но в первую очередь ищи утешение в тайной комнате, лично от Иисуса Христа. Блажен человек, уповающий лично на Господа. Проклят всякий человек, который уповает на другого человека, плод свой делающий своей опорой. Так говорит Священное Писание. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я верю в то, что у Божьего народа, когда у каждого человека в отдельности есть своя тайная комната, и он туда часто входит, Божий народ, он становится просто непобедимым. Просто непобедимым. И он просто горы готов сворачивать, и реально будет сворачивать. Где мне обрести совершенную любовь? И вот это вот самое главное. Да? Потому что цель увещания, апостол Павел пишет, цель благой вести, цель увещания, это есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Вот моя цель моей жизни, я глубоко осознаю и понимаю о том, что без любви
ну, просто нет смысла в этой жизни вообще. Ну, там, я не имею в виду любовь к какой-либо женщине или к какому-то другу. В первую очередь, без осознания и познания, обновления в Божьей любви во Христе Иисусе, где мы периодически призваны обновляться. Я хотел открыть сегодня последнее место, оно написано в послании к римлянам, 8 главе. Я хочу еще раз произнести эту мысль, которую я в прошлое воскресенье проповедовал, о том, что мы, послание к римлянам, 12 главе апостол Павел пишет, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Плоские вожделения, какие-то страсти, какие-то мечты. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. И вот это ласкательное звучит, это ласкательное имя Бога. Ава, Отче, это папочка буквально в современном переводе. Где мы можем так обращаться к Богу? Вы знаете, вот на самом деле близкие отношения с Богом развиваются только в тайной комнате. Больше нигде, только в тайной комнате. При длительном общении, когда происходит сближение, когда ты слышишь даже шепот всемогущего Бога, да, когда ты развил такие близкие взаимоотношения, тебе хочется сказать что-то очень нежное. Ава, Отче, мой папочка, мой родной отец, ты меня так сильно любишь. Я постараюсь любить твою любовью. И вы знаете, вторая заповедь, которая подобна первой, возлюби ближнего, как самого себя. И я опять же хочу сказать о том, что вторую заповедь мы также, ну, мы ограничены, чтобы ее даже осознать, тем более, чтобы реализовать. Конечно, мы пытаемся, но только Иисус Христос любит наших ближних, как самого себя. Вот у Него только такая безграничная любовь, Он может ее реализовать. И это принцип Его тела, тела Христова, о том, что послание к Ефесянам апостол Павел пишет о том, что таинство такое, что муж, который любит свою жену, он на самом деле любит самого себя. Так и Христос написано. Так возлюбил церковь свою, что предал себя за нее. Так сильно возлюбил, что души своей не пожалел. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И вот здесь я хотел произнести сущность вообще, ну вот, мне вот так открылось, вот лично в моей жизни, вот для чего я живу. В прошлый раз я открывал книгу «Екклесиаст», последнюю главу, где мудрейший человек на земле Соломон пишет, я познал, что все суета, сует, все суета. Выслушай сущность всего, Господа Бога бойся и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека, все, скажи все, все для человека. И вы знаете, по Новому Завету мне это открывается так, вот это же заповедь, которую Соломон пишет, я думаю, он получил ее конкретно в Духе Святом, потому что она и сегодня актуальна. Для меня сегодня, я также сегодня трепещу перед Богом, благоговею перед Ним в тайной комнате. И получая слово рема, получая заповедь, получая повеление какое-то, наполнение, слово преломилось, я выхожу с этой заповеди для того, чтобы ее что? Для того, чтобы ее исполнить. И в этом для меня все, абсолютно все. Слышите меня? Я исполняю ее и становлюсь абсолютно блаженным. Написано, блаженны не слышащие, а блаженны исполняющие Слово Божие. Скажи аминь. Потому что слышатели, они обычно забывают. Слышатели забывчивые написано о том, что вышел из церкви и забыл. Но когда ты в тайной комнате получаешь рему, наполняющей силой Святого Духа, благодарной любовью к Иисусу Христу, получаешь заповедь, тебе ее потом легко исполнить, потому что исполняет ее, вот здесь дальше написано о том, что просто мы исполняем ее благодатью, да, мы исполняем ее Иисусом Христом. Сам Иисус Христос исполняет заповеди в нас. Его желание такое. Не пытайтесь, давайте мы не будем пытаться исполнять заповеди Божьи своими человеческими усилиями. Это невозможно. Невозможно. Аминь или не аминь? Слава Богу. Давайте мы склоним наши сердца. Пусть Слово Божие, которое есть Логос, станет также для нас, для каждого из нас, также и ремой. Пусть Слово Твое, Господь, преломится сегодня в каждом сердце, чтобы каждый из нас сегодня здесь, прямо вот в этом зале, оказался в своей тайной комнате и просто в сердце получил от Тебя рему, преломленное Слово Твое.
Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты нас так сильно любишь. Вот ты любишь, Иисус, всем сердцем, всей душой, всем разумением. Ты уже исполнил первую заповедь. Мы просим тебя, люби через нас своей любовью. Пожалуйста. Помоги нам исполнять заповеди твои, Господь, Отче, твоей любовью, силой твоей благодати, силой твоего Святого Духа. Мы сами ничего не можем, так написано, но все может в нас всемогущий Иисус Христос, победитель, который одержал полную победу над адом, над смертью. И когда я вхожу в тайную комнату и переживаю совершенный мир, совершенную радость и тем более совершенную любовь, все наши проблемы, они уже у ног Иисуса Христа. Приходит полная победа. Иисус Христос уже все совершил. Иисус Христос на Голгофе не зря сказал: «Свершилось». Все свершилось. Все мои проблемы у ног Иисуса, все мои нужды, прежде моего прошения, они прямо сейчас рушатся у ног Иисуса Христа. Благодаря этой всемогущей силе, которая есть любовь Иисуса Христа. Господь, когда мы верим, мы получаем проводник, когда мы уповаем, проводник присоединяется к Тебе, к самому мощному источнику самой великой силы. Но когда мы любим, наш проводник становится золотым. И через этот золотой проводник начинает просто литься полноводная река вечной жизни для спасения всякого уверовавшего. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Аллилуйя, Отец. Мы молились с благодарностью к Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Если согласны, то скажите аминь. Аминь. Будьте благословены.